Стас, принимай поздравления, ты вышел на поле спустя долгое время. Расскажи свои ощущения. Ну, конечно же, я безумно рад. Хотелось сыграть побольше, но 8 месяцев не играл в футбол, тяжелая травма, поэтому пока 20 минут, слава богу, выиграли, почувствовал игру, почувствовал соперника. Я рад, все. Уже было там пару единоборств, да? Как уже без страха вступал? Да, конечно, было пару единоборств. К сожалению, хотелось пораньше начать играть, но небольшая травма вмешалась. И что есть, то есть. Но еще есть 3 игры. Попробую играть как можно больше и там посмотрим. 20 минут пролетели быстро или наоборот тянулись? Нет, пролетел как один миг. Я просил судью добавить еще пару минут, но все хотели уже уехать, закончить игру. Тем более мы побеждали и он не повелся на мои чары. Знал уже заранее, что сегодня выйдешь, или сюрпризом стало? Я готовился, но до конца еще не понимал, там регулировали по состоянию моих мышц. Сдал утром сегодня кровь, и все было хорошо, и готовился к игре, да. Сбор наш второй уже подошел к концу. Как они прошли для тебя? Тяжеловато, наверное, было, да? У тебя повреждение небольшое было? Да, конечно. Было тяжело морально, когда ты долго не играешь, ты начинаешь тренироваться, и у тебя опять что-то появляется, то главное продолжать каждый день работать и набирать обороты. Ну ты в предвкушении третьего сбора, где, я так думаю, ты уже больше будешь начинать. Я более чем в предвкушении третьего сбора. Последний вопрос от наших подписчиков, а точнее подписчиц. Ты сменил имидж, с чем это связано, и вернешься ли ты к себе прежнему? Это связано с тем, что мне с длинными волосами нравится чуть больше, и мне уже многие сказали, что мне так не идет, поэтому больше времени буду уделять футболу и меньше думать о девочках.